Что далее? Я решил это в три таких секрета, там их персональных секрета, которые, мне кажется, стоит осветить. Первый – это вера. И здесь важно верить. Вот я давно это заметил. Если вы сами недостаточно верите в то, что вы хотите сделать, у вас не получится. Почему? Потому что вера – это как вот, знаете, в животном мире самки, самцы, там, ну, подходят друг к другу, собираются драться, а потом раз и расходятся. Почему? Потому что они на подсознательном, на гормональном уровне чувствуют, что ну, ты там коммитед, да, там будешь драться. Вот. Вот это вот та же самая ситуация, когда приходит человек, вот ко мне потом, я потом пытался поиграть в ангельского инвестора. Ну, плохо все получилось. Я еще хуже играл на бирже, это как-нибудь однажды расскажу. Этот, значит, приходит человек, и ты понимаешь, что он хочет, ну, развлечения, он хочет новой, ну, он хочет просто новой жизни какой-то. Он не хочет, ему все равно на самом деле, какой у него этот стартап. Он будет сегодня вот этим аппликейшеном заниматься или другим, который ты ему скажешь, что я вот этот не хочу финансировать, а вот этот я бы мог. И он скажет, давайте. Все, это первый знак, это реально чувак просто, ну, ищет работу, по сути, а не инвестиции. И вот, вот эта вот вера, она реально, ну, это на гормональном уровне. Поэтому вот, если у вас нет этой веры, не начинайте. Это самое, я считаю, вот, для меня лично вот, основное показание. Вторая – это смелость. Я думаю, что я вас убедил. Иногда это смелость на уровне с глупостью, но это надо делать. Потому что если вы будете, ну вот, помните, наверное, вот это вот большое исследование, 10, по-моему, 10 лет длилось, когда было сказано, что те, кто закончили MBA, редко начинают делать стартапы, потому что они знают, какие риски, ну, будут возможные риски, да. Но когда человек начал стартап, для того, чтобы его скейлить, ему нужен человек уже, который закончил MBA или самому закончил MBA. То есть это как бы вот важно в то время, ну я бы никогда, если бы сейчас я там Carter Plan, все вот эти истории с судами там и так далее, мы первые мы спрятались в ракушку, да, там взяли бы лоера и ждали бы, как-то там оно рассосется или не рассосется, да. То есть это реально надо иногда, ну, может быть, доля везения есть, конечно, можно было, ну, могла бы ситуация повернуться в корни наоборот, но тем не менее, вот как было, так было. И третье – это коммуникации. То есть вот я считаю, что большинство вещей засыпается на неумении людей разговаривать. Ну, я имею в виду не разговаривать, артикулировать, да, там свои мысли, а я имею в виду договариваться. Вот у меня это получалось всегда как-то natural. Я вот после этого же попал, это уже все не буду сказать, после того, как я там в Министерство обороны попал, да, там волонтерский десант, этот менеджер и так далее. Моя роль во всем этом была одна. Люди говорят об одном и том же, ругаются в хлам, ну там матерят друг друга, приходишь к одному, спрашиваешь, что ты хочешь, вот финал, вот какой твой результат? Он говорит, я хочу вот это. Что, окей, приходишь к другому, с которым он ругается, что ты хочешь? Он говорит, я хочу вот это. Оно одинаковое, реально. Но они ругаются, они вообще не могут даже друг другу подходить. Ты садишь их двоих, говоришь, смотри, я вас в разных комнатах спросил, он хочет вот это, и ты хочешь вот это. Вы же хотите, блин, одного и того же, почему вы ругаетесь? И люди постепенно, то есть редко, когда люди умеют возвыситься, ну, ради достижения результата, да? Вот как бы отбросить свои эмоции. И второе, ну, еще вторая тема, это не мимикрировать. Это вот в хорошем понимании этого слова, то есть надо мимикрировать. Я, если, например, еду в поезде, сижу в кафе или где-то, я обязательно знакомлюсь с ними. Я не знаю, нахрен они мне надо там. Ну, просто почему? Это не for fun, это чтобы мне потом рассказала одна тетка, она там НЛПшница, она говорит, я так то же самое делаю, ты изучаешь ролевые модели людей. Вот мне реально в кайф там в поезде подойти к бомжу и понять, как живет бомж. Ну, вот, его система мировоззрения, ценностей, там, да, там, ну, там, просто понимать вообще, ну, как вот, потому что не факт, что завтра у вас не будет продукта, который ориентирован на эту аудиторию. Вы будете реально, ну, просто понимать. Вот очень часто люди запускают продукты, вообще, ну, не зная ни одного целевого потребителя. Как можно запустить продукт, не понимая для кого, ну, для кого-то. Это то же самое, что вы, допустим, самый яркий пример, моей, ну, мне кажется, во всех торговых центрах есть вот эта вот эстакада для инвалидов. Я хочу когда-нибудь запустить флешмоб, взять всех архитекторов этих падл, которые это проектировали, посадить в коляску и дать им возможность, ну, подняться и спуститься, чтобы они поняли вообще, что это такое. Иногда бывает вот такой вот просто, да? Ну, потому что по документам она должна быть, но по факту она как бы не работает. И вот, вот, вот в принципе, это, если вы это будете помнить, это очень похоже на попытки часто выпускать какие-то стартапы или продукты на аудиторию, которую вы никогда не видели, не слышали, и вообще не понимаете, чем она живет и что для нее главное. Это вот, наверное, три вещи, которые я хотел с вами поделиться.